Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра. У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты. Все вместе. Это очередной матч чемпионата. Две столицы, географическая и культурная, как принято говорить у нас. Но где же футбольная столица в России? «Зенит» против «Спартака». Сегодня вашему вниманию и новый поиск ответа на мой вопрос. Количеством команд Петербург Москве уступает, но любовью к футболу едва ли. О каких прогнозах тут может идти речь, когда вокруг матча такие эмоции? Это, конечно, игра на три результата. Во времена Властимила Петржелы в «Зените» было принято что-то дарить тренеру. День рождения Петржелы приближался, а футболисты долго не могли ничего придумать. И тут у игроков «Зенита» родилась идея. Надо подарить подзорную трубу. А то тренер не всегда приходил на тренировки команды, а так он хоть смог бы видеть, как команда готовится к матчу. В то время у «Зенита» с юмором было все в порядке. Глушаков. Александр Ерохин. «Зенит» на половине соперника. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Александр Ерохин. Кокорин. Игорь Смольников. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Мяч летит в сторону ворот. Угловой разыгрывают футболисты «Зенита». Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Самедов. Доменико Кришито. Иванович. «Зенит» идет к воротам соперника. Удар по воротам. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Олег Шатов. Александр Самедов. Накрывают его прессингом. Луиш Нету. Кришиту. Шатов. Ну вот сюда пришлось отойти, чтобы получить мяч. Игорь Смольников. Это может быть опасная атака. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Денис Глушаков. Александр Самедов. Подкатился, забрал мяч, начал атаку своей команды. Что еще нужно? Арбитр должен был прервать игру и прервал. Игрок покинул поле. Судья ведет мяч в игру.
Фернандо. Какой-то, знаете, между собойчик. Защита надежно играет, мяч отобран. Поединок двух равных по силе команд, так что возможность победить есть у каждой. Да, посмотрим, какая из команд сегодня лучше подготовилась, «Зенит» или его соперник. Доменико Кришуто. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Андрей Ещенко. Денис Глушаков. Квинси Промес. Денис Глушаков. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. В этой атаке оборону пройти не удалось. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Атака продолжится через фланг. Шатов. Александр Кокорин! От углового флажка «Зенит» ведет мяч в игру. Мяч летит в центр штрафной. Александр Ерохин. Вот это удар! Вратарь забирает мяч. Пока неплохо. Олег Шатов. И как пробил. Опасно, но выше. Хотел забить точным ударом, но немного не рассчитал силу. Александр Ерохин. Шатов. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Нельзя сказать, что это был лучший тайм в его исполнении. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Перерыв закончен, команды на поле, арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм, поехали! Луис Адриан. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Нарушение правил, по мнению арбитра, со стороны «Спартака». Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. «Зенит» на половине соперника. Двигается с мячом вперед. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Жано. Квинси Промес. Явно есть игрок впереди. Пройдет передача. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Олег Шатов. Игорь Смольников. Тут может что-то получиться. Лотарь не подвел. Джано. Вперед он мяч тащит. Хорошая игра защитника, чисто сыграно.
Александр Ерохин. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Александр Кокорин. «Зенит» идет к воротам соперника. Александр Ерохин. Шатов. Александр Ерохин. Олег Шатов. Александр Кокорин. Еще чуть-чуть, и был бы гол! Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Ставит корпус, укрывает мяч. Удар! Ну, это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность, но удар у него, мягко говоря, не получился. Двойная замена от наставника одной из команд. Дмитрий Камбаров. Самедов. Камбаров. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Дмитрий Камбаров. Самедов. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Кристиан Нобо. Артем Дзюба. Защита надежно играет. Мяч отобран. Четверть часа еще играть командам. А оставляет защитника в дураках. Луис Адриан. Камбара. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Дмитрий Камбаров. Ну где же навес? Навес в центр. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Самедов. Шатов. Нет, не дошел этот пас до адреса. Это может быть опасно. Удар. Какой момент и как здорово сыграл защитник. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Нобо. 5 минут осталось до конца этого матча. Луис Адриан. Может получиться интересная атака. И подача туда, в сторону ворот. Защита первая на мяче. Вынос. Ещенко. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Луис Адриан. Посмотрим за этой атакой. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Да, это называется добрый вечер. Удар у него явно не получился. Видимо, мяч попал в угол головы. 90 минут командам оказалось недостаточно, чтобы выявить победителя.